Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. Дорогие друзья, с любовью во Христе Иисусе всех вас приветствую из солнечной Грузии. Я в эти дни проповедую здесь, в Грузии. Проводил семинар здесь, в Тбилиси, в столице Грузии. Я сейчас в Тбилиси нахожусь, но уже вот буквально через несколько минут выезжаю в город Гори. Буду проповедовать там Слово Божье, свидетельствовать в одной из евангельских церквей города Гори. И большой вам привет всем. Просьба молиться, подключаться к молитве или продолжать молитву за духовное пробуждение и здесь, в Тбилиси, в Гори, в Грузии и вообще в целом на Кавказе. Пусть Господь Бог благословит вас, дорогие друзья. Я благословляю всех вас, возлюбленные. Сейчас вот начало весны, на улице солнце, погода прекрасная здесь, знаете ли, такое пробуждение природы, и молимся о том, чтобы Господь пробудил сердца людские, чтобы оттаяли сердца, чтобы Иисус Христос царствовал здесь, и чтобы на Кавказе прославлялось имя Иисуса Христа, чтобы все народы кавказские познали Господа Бога и Спасителя Иисуса, чтобы имя Иисуса прославлялось на улицах и площадях и Тбилиси, и других городов Грузии, и других стран кавказских. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, с любовью во Христе Иисусе. Я архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. С Богом! Благословение вам всем!